Давненько мы не были в Древнем Египте. Ага, и судя по всему, зомби тут времени даром не теряли. Нужно что-то делать с этими надгробиями. Кажется, у меня есть идея. Телепортируем сюда Проксетию. Всем привет! Посмотрите, какой кавардак здесь устроили зомби. Семечку негде упасть, все в могилах и надгробьях. О, принесла нелегкая. Без вас здесь было так здорово. Мы уже почти подготовили все для штурма. О, воп. Ням-ням-ням-ням-ням. Приятного аппетита! Ой. Ну какая же бескультурщина. Коварные сорняки подсунули отравленный воп. Сейчас еще и ваши надгробья зачистим. Апрык-сколк. Все наши труды на смарку. Мы эти могилы тут рыли полгода. Не кипятись. Вот, лучше бобом угостись. О, спасибо, Стим. Ай, живот прихватило. Фу, как же я не вовремя. Да, у нашего боба есть минусы. Запах тут стоит тот еще. Два раза мы купились на вашу удочку. Но в третий раз мы этот боб не тронем. Какой смышленый. Ну-ну, еще поглядим. Готов что угодно поставить на то, что следующий же боб они проглотят и не подумают. Ух ты, а я в первый раз в Египте. Жарковато тут. Вы что, всю вашу шайку сюда притащили? Тебя это волновать не должно. Скушай лучше бобик. О, давайте. Какой аппетитный. Не ешь, болван. О, как же тяжко-то. А, я же говорил, что кутятся и в третий раз. Мне кажется, они в десятый раз на те же грабли наступят. Смейтесь, смейтесь. Вам бы такое искушение. Я слышал, тут кормят бобами. Правильно слышал. Тоже хочешь угоститься? Я не такой дурак. Кидайте мне его, и я мигом его расплющу. Этому психопату лучше бог точно не кидать. Разберемся, но сначала небольшая зачистка. А ну-ка, прибавим шагу. Сорняки уже близко. Эта бандура приближается. Надо бы его притормозить. Для этого есть Проксетия. Апрык-сколк. Какого дьявола? Ни шагу назад. А этот экземпляр упорный. Давайте его подморозим, что ли. Нет проблем. Втроем мы вас всех потопчем. Вы, видимо, не знаете, что мы недавно штук 30 гаргантюа за один день отлупасили. Вранье! А что теперь скажете? Вранье, да? Все в бой! У нас осталась последняя волна! О, а ведь точно! Уже финальная волна! Точнее, то, что от нее осталось! Ничего, еще есть шансы! Не могу понять, это у тебя такое упорство от голода или от простой глупости? Не твое дело, умник! Ты первый, кого я раздавлю! Сначала охладись! А теперь прыгай назад! Ничего, один шаг назад, это ерунда! А два? Прекратите! Как скажете, месье. Ой, не повезло, бедолаги. Его и вишня, и молния в раз ударили. Ловите чертенка! Спасибо, берите обратно. Может, уже покончим с этим? Чего-то надоел этот бугай. Ну что ж, как скажете, придется запустить мою тучку. Давай я сюда! Наконец-то. Что ж, теперь, пожалуй, можно и лететь домой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующем видео. Всем пока!